Всем привет, с вами Александр Васильев. Короткое видео о совочной трихограмме. У нас есть совочная, которую отлавливали мы на яйца хлопковой совки, а это нам ученые с Института зоологии передали. То есть они нашли паразитирное яйцо совки природной трихограммы, и вот мы с одной трихограммки это все разводим. Вот смотрите, были подложены яйца зерновой моли, ситотроги. Вот черные – это те, которые паразитировала трихограмма, видите? А вот белые, такие красноватые – это оттуда вышла гусеница. То есть яйца были не паразитированы. То есть процент паразитирования вы видите, да? Не характерный для этой трихограммы хозяин, да, в которого она откладывает яйца. Поэтому она так слегка его паразитирована. Теперь посмотрим. Это была у нас хлопковая совка отловлена. Посажено в чашке Петри до питания, видите, вот такие пятна, это было дополнительное питание, ну и совки сами что-то выделяли. И вот яйца, которые они отложили, вот как трихограмма их паразитировала, смотрите, все черные, 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 черные. Это просто я уже сунул в банку все листы, которые у меня были, смотрите, как паразитировала, просто отлично. Вот вам избирательная способность. Видите, даже в банку не влазила, уже так скомкал. Видите, сколько яиц там, все черные. Черные. Это вам о избирательной способности. То есть трихограмма не будет вам колоть все, что вы захотите. А у нее есть какая-то предрасположенность. Есть виды, есть внутривидовые, как бы говорят, расы. Вот видите как. Поэтому очень важно подбирать правильно вид под вид. Вот я вам ближе покажу. Вот видите, яйца хлопковой совки. И вот это тут совка много отложила. То немножко мусор среди яиц. Потому что бабочек мы садим там по 5, по 8 штук в чашку Петри. Поэтому яйца часто с мусором. Но здесь мусора меньше. Бывает, бабочки посидят сутки, не хотят откладывать. Вторые, там на третьи сутки. Решили, все, жизнь проходит, надо откладывать. И вот так, видите, это эти яйца немножко почище. Вот так вот. А вот яйца зерновой моли. Видите, как немножко-немножко покололо. То есть, когда вы используете правильно подобранный вид под вид трихограммы, получаете вот такой результат. Когда не тот, что нужно, получаете примерно такое. Может что-то поколоть, а может и не поколоть. Но поймите, здесь были ограниченные условия. То есть это все было, проходило в литровой банке. Поэтому ситотрогу трихограмма поколола. Было бы не ограниченное пространство, возможно, даже бы и не притронулось. Все, всем пока, до новых встреч.